В начале недели Магадан радовала солнечная погода. Повезет ли нам так на этих выходных, узнаем у жителей областного центра. В субботу, 15 января, в Магадане небольшая облачность. Температура воздуха ночью до минус 1 градуса, до минус 21, днем до 14 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр крупного столба. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. В воскресенье, 16 января, в Магадане переменная облачность, температура воздуха ночью до минус 22. Днем до 15 градусов мороза. Атмосферное давление высокое, 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.